Так, это сюда, это сюда. Ага! Здравствуйте! Здравствуйте. Это аптека «Тысяча чертей». Нет, это аптека матери и ребенка. Как вас зовут, девушка? Настя. Анастасия! Душа моя! Да. Звезда моя! Да, это я. Упса моя! Дай мне, пожалуйста, средства для Констанции. Не понимаю. Для Констанции. Не понимаю. Для прострации. Концепции. Контрацепции. Контрацепции, да. Контрацепции, конечно. Вот, для контрацепции. Вот, выбирайте, пожалуйста. Дайте мне АТОС. Нет, такого нет. АТОС нет? Нет. Может, ПАРТОС? Нет, тоже нет. Как же, АРАМИС? Может, ДЮРЕКС? ДЮРЕКС, да, ДЮРЕКС дайте. Дайте мне ДЮРЕКС. Вам обычный или с пупырышками? Анастасия. А что? Я Михаил Боярский. Ну и что? Дайте мне с усиками. У меня сердце разболелось от этого. Успокойся. Дайте что-то от сердца. Успокойся. Вот, пожалуйста, 40 капель карвалола. Карвалола? Да. Гвардейцы карвалола, где они? Нет. Покажите мне. Дайте мне шприц. Зачем? Я проткну их, где гвардейцы карвалола, где они? Их тут нету? Нету. Слава Богу. Все, все, хорошо, все. Анастасия. Да. У вас есть свечи? Свечи? Свечи. Зачем? Опять скрипит потертое седло. Тысяча чертей! Понимаю, понимаю, конечно есть. Сколько вам? Дайте как можно больше. Ну сколько именно? Тысяча свечей дайте мне! А зачем так много? Ну ветер холодит былую рану! Конечно, конечно, вот, пожалуйста. Спасибо. Вот, и вам еще нужно будет, наверное, обезболивающее. Обезболивающее? Да, Анастасия. Анастасия, душа моя, звезда моя. Что мне нужно? Да, ну вам что еще нужно? Мне еще что-то нужно. Дайте мне таблетки от головной боли. А, от головной боли, вот, пожалуйста. От головной, дайте эти, как их? Как их? Пара-пара-пара. Парацетамол дайте, да. Спасибо. Что-то я еще должен был купить. Есть в Графском парке старый пруд. Там лилии цветут. Вот от аллергии. Спасибо. Что еще? Невесте графа де ля Фер. Всего 16 лет. Понимаю. Спасибо. И что-то я еще должен был купить. Что? Нужны Парижу деньги. Селеви. Ха-ха. А рыцари ему нужны. Тем паче, но что такое рыцарь без любви? Дайте Виагру, пожалуйста. Спасибо. Анастасия, посчитайте, сколько с меня. Так, с вас 1000 рублей. 1000 чертей. Нет, именно 1000 рублей. Хорошо, сейчас я вам их дам. Давайте. Так, АТОС. Что? Портос. Не поняла. Пиндос. Кто Пиндос? Я Пиндос, деньги дома забыл. Анастасия, я говорю. Спасибо большое, друзья. Франц Шумахер. Урма Шумахер. Бойцовский клуб «Морган». Пока. Бойцовский клуб «Одесса Морган». Наш бойцовский клуб – это одна большая семья. А в семье, как говорится, не без тамбовского волка. Ваши аплодисменты! Ау! Это не те аплодисменты! Это бойцовский клуб «Квартал». Это тамбовский волк. Ну, судя по внешнему виду тамбовского волка, я вам скажу, в детстве он больше всех сдал мускулатуры. Крепкий парень. Один вопрос. Ты как настоящий автор, ты знаешь, ну, известно, что наверняка проводишь много времени у компьютера. Скажи, как ты так, ну, собственно говоря, портишь зрение? Как ты так сохранился? Ctrl-S. Ну, по-моему, в прекрасной форме. Четвертый раунд! Тамбовский волк! Я в Украине недавно, ну, сравнительно. Ну и, понятное дело, когда приехал, в политике в украинской не понимал ничего абсолютно. Ну, если с Тимошенко и Ющенко все понятно, у них хотя бы фамилии украинские, то... Янукович, я, честно говоря, думал, что еврей. Не, ну,
Якубович, да, там, Абрамович, Рабинович. Потом приехал, ну, понятное дело, посмотрел, никакой не еврей наш, русский. Ну, чем в последнее время занимается Верховная Рада, наверное, для всех остается загадкой. И как бы возникает два вопроса. Либо они где-то подрабатывают, ну, либо сидят в интернете. Итак, легкая фантазия. Закрытый чат Верховной Рады. В 16:00. Сообщение. В чат вошел Гарант. Гарант, друзи. Где можно скачать украинский прорыв? Киньте ссылку. Джейло. Лови. Гарант. Почитал прорыв, автор жжет. Джейло, спасибо, смайлик. Джейло, кстати, предлагаю завтра всем собраться в Реале. Адрес Банковая 1А. Кто не придет, выгоню из блока. Инопланетянин. Я приду. Убийца инопланетян. Пьедешь, получишь. Сообщение. В чат вошел профессор. Профессор, всем привет. Гарант, здорово, где пропадал? Профессор, у нас в Донецке нет, не тянет. Запарил этот провайдер. Провайдер, следите за сообщениями в чате. Профессор, заткнись. Провайдер, хорошо, смайлик. Гарант, ладно, всем пока, много работы. Все, пока. Джейло, наконец-то ушел. Так что насчет четверга? Инопланетянин, я приду. Убийца инопланетян, придешь, получишь. Гарант. Все, я поработал. Еще раз здрасте. Сообщение. В чат вошел пенсионер. Пенсионер, всем привет. Все, привет, Данилыч. Пенсионер, как вы тут без меня? Все, супер. Профессор, так себе. Пенсионер, слушай, Джейло, пошел в сберкассу на счет вкладов? Не дают. Джейло, пока 20% отдали, остальное потом вернем. Пенсионер, когда потом? Гарант, никогда, ха-ха, смайлик. Сообщение. В чат вошел Владыка. Владыка, всем привет. Все, здравствуйте, Ренат Леонидович. Пенсионер. Привет, Владыка. Как вчера Шахтер сыграл? Сообщение. Владыка вышел из чата. В чат вошел гарант.ру. Гарант.ру. Привет, все. Привет, медведу. Профессор, привет! Смайлик с цветочком. А чё ты под чужим ником? Гарант.ру, это теперь мой. Супер, гарант.ру жжёт. Министр культуры.ру. Гарант.ру, так что там насчет долгов за газ? Сообщение. Гарант, профессор Джейло вышли из чата. Спасибо. Тамбовский волк, бойцовский клуб «Квартал».